14 октября в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея открылась выставка «Говорю о жизни» смоленского живописца, графика и педагога Ивана Борила. Экспозиция посвящена 80-летию известного автора, члена Союза художников Российской Федерации. Представленный на выставке полотна отчет о творческом пути, который акварелист прошел с исканиями и экспериментами, сделавшими из него художника собственным узнаваемым стилем. Большую часть своей жизни Иван Иванович учит и начинающих художников искать свое место в творчестве, оттачивать навыки, развивать талант. Более 50 лет Иван Иванович преподавал на худографии в Смоленском педагогическом институте, который в свое время окончил сам с отличием. О таланте художника говорит тот факт, что преподавать он начал, являясь еще студентом. В Десногорске есть художники, лично знакомые с заслуженным педагогом. Елена Паскаль – его бывшая ученица, а теперь и коллега по творческому цеху. Сейчас она преподает в Десногорской художественной школе. Признается, что свои первые шаги в живописи сделала под руководством известного педагога, но никогда не подозревала о многогранности его таланта. Он был скромен, свои работы показывал мало. На первом курсе, когда мы пришли еще на художественно-графический факультет, совершенно слепыми котятами из маленьких провинциальных городков Смоленской области или вообще из деревни даже. И мы практически не имели представления о живописи. А Иван Иванович, в то время уже молодой художник, спокойно, очень терпеливо, методично учил нас просто смешивать краски, получать определенные какие-то смеси, азы самые преподавал. Я очень благодарна устроителям этой выставки. Знаете, я как бы заново открыла своего преподавателя. Автор пишет спокойные ландшафты и улицы Смоленска, просторы родной Украины, сочные натюрморты. Ознакомиться с творчеством талантливого земляка можно будет в течение месяца с момента открытия экспозиции. Приглашаем вас посетить эту замечательную выставку Ивана Ивановича Борила, которая продлит свою работу по 15 ноября в выставочном зале по адресу 1 микрорайон, торговый центр «Феникс», выставочный зал. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.